закрыты из-за коронавируса, не принимают. Эта скульптура называется Лука Горняк, который усаграл, подарил городу Кировску, установил. И он стоит на камне апатито-нефелитовых руд. То есть вот такую руду на кировских рудниках добывают. И из фусагра, из нее делают удобрения, которые принимают, то есть применяют в сельском хозяйстве для выращивания сельхозпродукции. Памятник Кирова, в честь которого назван город Киров. Странно, почему не переименовали после перестройки. Как, допустим, тоже Сталинград-Волгоград, Екатеринбург-Свердловск, наоборот. Ленинград-Санкт-Петербург. Понимаю, это Ледовый дворец, наверное. Там тоже все закрыто из-за карантина. Так это администрация города Кировска. Ну, скорее всего, наверное, это центр города. Без памятника Ленина в каждом городе в нашей стране. Вот и здесь Ленин, правда, меньше, чем Киров, но все равно городская больница города Кировска. О, напротив ЗАГС.
то, что говорил и что меня впечатлило. Дворы находятся как друг на другом. То есть вот дома внизу, и вот пошли они вверх. Чтобы с одного двора в другой попасть, надо подниматься по горе. Едешь по улице, у тебя пешеходный тротуар на уровень второго этажа шестиэтажного дома. Не вот так весь город, из горки в горку. И в горы не надо ходить, погуляешь по городу, и все, получил физическую нагрузку. Это школа.